Добрый день, уважаемые жители и гости Саратова. Сегодня авиакомпания SR Airlines, участник глобального международного альянса «Маклон», выполнил первый рейс в город Саратов. Я являюсь генеральным представителем авиакомпании SR по центральному региону и заверяю вас, что эти рейсы будут теперь выполняться ежедневно. Сегодняшнего числа из 1 августа мы открываем второй рейс на вечерний, который будет полетать отсюда в 19 часов. Жители Саратова, гости Саратова имеют возможность теперь летать два раза на авиакомпании «Северназ». И так как авиакомпания «Северназ» является участником глобального авиации «Маклон», они имеют возможность из наших хабов на участников «Маклон» летать ежедневно 160 стран мира, более 1000 направлений ежедневно. То есть возможности этого замечательного города Саратова, промышленного, интеллектуального, учебного центра «Пицца России» имеет возможность по всему миру выполнять свои путешествия, решать какие-то свои производственные задачи, встречаться с людьми и искать, конечно, свое счастье на этой земле.